Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поучимся делать элементы узоров. Сделаем какую-нибудь завитушку для начала. То есть мы пойдем в Shift A и выберем курвы BC. Вот такой у нас BC получился. На семерочку встаем, смотрим. Заходим в Edit Mode и получаем вот такую штуку. Так, сразу же. Пускай здесь будет. Так, теперь выделяем. И говорим E. И получаем еще одну. Так. Тут мы включаем. И сразу же двигаем, как нам захотелось бы. Можем стрелками, да, двигать. Но можем и вот так. Так, далее мы еще раз говорим Е. Мы вытягиваем еще одну. То есть такой довольно-таки несложный способ создавать курвы. Усложнять сильно не будем. Е. Так. Если мы берем внутри круга, да, то мы можем внутри круга и тянуть. То есть можно различные поворотников, повороты наделать, можно различные сделать. Курвы, как они говорят. Ну, примерно вот. Так, сейчас сделаем. Как всегда, это не очень идеальная, конечно, система, но пойдет для наших целей вполне. Если кто хочет идеалов, то в Рино надо идти. И в Рино там уже развиваться. Так, вот мы с вами сделали такую штуку. Посмотрим, так, объект вот. Да, нормально, мне нравится. Теперь мы всегда можем изменить. Теперь мы возьмем Shift A и возьмем теперь циркль. Кружочек возьмем. Так. Тоже перейдем в редактирование. И вот эти затянем сюда на острие. Как бы так. Первый и второй. Так, есть. Это поднимем вперед. Вот так. Так. И этот сразу два зажимаем, Shift выделяем. Пускаем вниз. Как бы вот так. Это будут края наши. И тут мы, конечно, можем сами определить, насколько они острые будут. Допустим, вот решили такой остроты держать, да? Главное, чтобы это все было параллельно, симметрично. G. Так, и S я бы применил. Так, а теперь вот этих два выровнять. Раз их наверх. Все, вот у нас такой получился треугольничек. Так, теперь мы говорим, что это объект мод. Немножко кривоватый. Поправим.
Немножко кривовато, поэтому поправим вот так, сделаем и этот вниз. Все, отлично. Теперь объект мод. Берем S и уменьшаем на нужную нам величину. Допустим, вот такая нас вполне устроит. Хорошо. А дальше мы уже с вами выделим вот эту. Пойдем в курву. Возьмем геометрию и скажем, что вот это надеть на вот это. Вот так. Видите? Вот она оделась. Прекрасно. То есть, вот видите, тейпер объект. Мы указали, какой будет его одевать. Теперь переходим в Edit Mode, выделяем эту и идем пум-пум-пум, где она у нас? Трансформация. И берем радиус и говорим точка 0. Ой, 1. Точка 1. Вот так. И здесь тоже радиус и говорим точка 1. Все. А далее мы можем уже, конечно же, двигать, растягивать, как нам надо. Поправлять, удалять. Используя вот эти рычажки. Если какие-то заломы есть, ими можно и действовать. Так. Ну и вот мы с вами первый такой и получили завиточек. Прекрасно. На этом пока остановимся. Вот так, ну-ка, я еще вот тут немножечко сюда погнал, так сюда. Ну, в общем, я вам скажу, что вариантов множество, какие только захотите. Что-то сделать. Как вам заблагорассудится, да? Можем в 3D плоскости выгибать, это естественно. Но этим мы займемся в следующем занятии. Окей? Ну все. Коротко и сердито.